Так, друзья, пока настраиваю все, лобби еще не готово, да, но нужно запустить, чтобы пошла задержка. Да, сегодня будет так называемый гранд-матч, первая сессия. Я здесь подписал все заранее. Комментировать не буду, ну, если будет какое-то время в процессе игры, может быть что-то. В перерывах может быть что-то. Основная суть события: Шиммер, он же Виктор Гришин, предложил сражение. Вот. Собрал участников, сильнейших онлайн-игроков России, и предложил сыграть плюс-минус хорошую дистанцию, 50 игр. Вот. Все ребята будут стараться. Сегодня сыграем 5 игр. Надеюсь, без технических неполадок. Вот. Сейчас немножко потусуйтесь. Минут 10-15, думаю, точно ничего не будет происходить.
Так, ну что, поехали.
Мечтанял. Не угадал. Thank you.
Что-то пока не везет. Той-той. Так, 13 туда места.
Конечно, повезло, запушил. Так, 12500 место. Так, ну тут я сражаться, наверное, не смогу. Тейшн, да? Вебин может дилер улететь. Так, урадорка нужна. Эх. Так, соточка и 9000. А вниз наброс могла.
Вейт не очень хороший, но делать нечего. Отлично, второе место. Хороший результат для этой игры. Так, скриншот. Так, окей. Теперь надо записать счет. Я знаю, что вы все любите мечтать о космосе и немножко завидуете нам, особенно мальчишки. А знаете, мы вам тоже завидуем. Мы летаем. Так, Ума 3010 у нас. Вас ждут планеты и неизвестные миры. Ума 3010. Вам и дальше штурмовать Вселенную. Вам, юным ленинцам, кому мы с радостью передадим будущую эстафету. Так, ну давайте сами попробуем посчитать. Скриншот открою. Так, первое место 10 и 3 плюс 40. Второе место 2300 плюс 10 это 12300. Третье место минус 200 это минус 10200. Четвертое место 25 это 12 100, 12 100, минус 12 100, минус 42 100, минус 102, 1. Today stats сначала второе, и матч у нас станет второй. Так. Сейчас быстренько Twitch гляну. Twitch вроде идет. Та-та-та-та-та. Вроде все ок. Ладно, шутку готов. Еще 4 каточки сегодня. Если все ок. В прошлом немножко не повезло в начале, хорошие руки были, но в конце повезло. Даже на второе место получилось забраться. Ну, тут нужно понимать, что у нас
турнир все-таки не по тенховским правилам. Умы симметричны. Первое и четвертое место одинаково значит, одинаково весят. Поэтому, если рука хорошая, можно атаковать в пограничных ситуациях. Да, выигрыш за первое компенсирует поражение за четвертое. Так, теперь я север. Thank you.
Что это за задержка была такая? Не понял. Странно очень, ладно. Неужели с НН там что-то? Вроде все окей. Что, 2 СО пройдет направо? Ну, уже нельзя кидать. Не проехать.
Надо поаккуратнее сыграть, рука слишком слабая. Против дилера сейфов нету. У нее пустой дискард, конечно. Давайте ли хайдей направо?
счастливо. Блин, я хотел один ман кинуть. Один, два, да? О, сейчас буду собирать. Севера прокидали. Thank you.
Манич. Манич. Ну, Вейт вряд ли не взял. А, там девятки, наверное, вышли. Тройка, похоже, есть. Чисто. Ну, закончили. Так, скриншот. Так, это вторая игра. Так, стата. Так, второе, четвертое. Сейчас будет у нас третья игра. Так, первое место. Так, это не твое открыл. Тысяч это 25 и 30 55 блин, я сейчас задолбаюсь считать калькулятор. Минус 42.1 плюс 55. Блин, калькулятор не работает. Так, 12.9. Второе место 17.900 Гришина. Минус 10.2. Минус 10.2. 7.7. Сергей Мизин. Третье место. 1900, 6900, минус 6900. Это 33.100. Надо будет потом проверить. Так, и у меня 12.3.
12.3 минус... Минус 31. Минус 31. Это минус 18.7. Минус 18.7. Так, ну я еще проверю потом. Go next. Готов. Тут, конечно, не повезло. Но тут вроде без шансов ничего было. Не знаю. По-моему, без шансов. Без моментов вообще каких-либо. Так, сейчас еще трансляция. Да? Трансляция идет. Не хочется читой выкидывать просто так. Ну и обычную руку тоже нельзя выкидывать. Цума это лучший исход. Thank you.
Кот так разорался там на улице. Ой, на кухне. Наташа пришла с работы. Видимо, рад ее видеть. Я его сюда не пускаю. Где пятерочки? Ничего не поделать.
Ну чё, какое там от отзыки? Пока белый, зеленый, красный, восток, все есть. Надеюсь, не белый. Восьмерки ман все вести готов. Ну, надо не доставать белого. Что сказать? Это зря, конечно, бросок. Против хорошая мука, нужно попробовать опередить как-то.
Второе место. Так, скриншот. Это третья игра. Так, я устал считать, у меня такое чувство, что там ошибки, поэтому я просто скопирую с таблички сейчас. Ну или попробовать посчитать. Вообще найти ссылку на табличку. Сейчас я ее вам в чат добавлю и посмотрю, что там в чате происходит. Хотя, наверное, смысла нет, я ж пишу на стриме, я просто сейчас подожду и скопирую. Семь семь двенадцать девятьсот минус 43 700. Бля, почему у меня минус 18 было написано? Что-то не так посчитал я, короче. Да, у меня минус 56 за прошлую игру было. 12 300 и 56. А, я 31 почему-то отнял. Ладно, будем доверять Google таблицам. Так, обновилась табличка, сейчас занесу актуальную информацию. Матч у нас будет четвертый. Я минус 23.3. Изаки минус 45.900. Гришин 58 500. И Мизин 10 700. 10.7. У меня стата 2-4-2. И еще две игры.
Так, ну что, по результатам? Ну, бесполезно, наверное, пока смотреть. Первое место жирное все перекрывает. Вторые места не очень выгодные. Пока вроде хорошо играю, никаких ошибок не заметил. Все сейвы нахожу, на таймере не ошибаюсь. Все ок. Кушает. Два и три со очень опасно.
Наверное, все-таки два опаснее. Треки «Сона в ночи», если зайдет. Да. Здесь я угадал. Двойка самого опаснее. Рука, конечно, слабая. $300.
К сожалению, тут я уже опаздываю. Можно чуть-чуть пропустить сначала. Ну, дилера, похоже, тоже в темпе Эвренман. Но у меня вейт хороший. По идее, у меня преимущество.
Двойкосо может пригодиться. Может пригодиться двойкосо. Тут одна тройка соплей есть, и тут одна скинута. Вид получается не очень хороший.
Не повезло. Урадора неприятная. Пятерку ман. Одинарную бы кинул, двойной не. Девица Дора. Ланка. Дорогая рука. Шантен. Будет хороший.
3900 я не могу накинуть, да? 3900 я не могу угадал тут. Дура-дура. Четыре пары. Thank you.
Так, ЦО Манган мне не помогает. Мне нужен Рон Манган или Ханеман. Рука слабая. Ну, ничего не поделать в этом хочу. Так, скриншот. Так, еще одна игра сегодня будет. Так, обновляю табличку. Свойства.
Это будет пятая игра. У меня минус 87-0. Эзаки минус 32,2. Гришин 37,2. 37,2. Мизин 82,0. И сейчас я занял четвертое место. Ок. Так, еще одна красивая. Ну, пока я играю хорошо, но не везет сильно. Не везет сильно. В первом кончане тоже не везло. Но получилось камбэкнуть. Тут два кончана без шанса. Так, наверное, лучше. Ладно, потом посмотрим, как лучше. Так.
Так, надо, наверное, открывать. Шесть надо брать. Долго темпай получил, но получил. У меня ауты, скорее всего, дешевые остались. А нет, вот дорогой. Здесь антенна можно попробовать кан открыть. Хотя уже, наверное, можно и не открывать.
И 100.
будет 100-500. Что там потупает-то? Отлично. Три семьсот одиннадцать. Конец, что ли, пошел?
О, то, что единичка прошла, это хорошо. Отлично. Так, сейчас подожду, пока обновится табличка. Пока обновится табличка. Была последняя игра на сегодня. Следующие стримы будут в подобном же формате. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Вот. Ну и до новых встреч. Сегодня не очень везло. Надеюсь, повезет в следующий раз. Да, сейчас обновлю табличку, чтобы вы посмотрели. Так, что-то не обновляется. Ну, ждем немножко. Может быть, пробегусь по играм еще сейчас. Так, ну давайте, вроде что-то появилось. Свойство. Следующая игра будет 6. У меня минус 48,1. Минус 48,1. Ну, ума у нас 10.30, поэтому, по сути, это 1/4 место. Вот это я сейчас наиграл, 1/4 место. Изаки минус 17, минус 17, 2. Это 1/3 место. Виктор Гришин 21,7, и Сергей Мизин 43,4. 43,4. Ну, ровненько. По сути, одно первое, одно второе, одно третье, одно четвертое. Ну, как-то так. Да, не обновил свойства игры свои. У меня было еще первое место. Вот такие результаты сегодняшнего стрима. Сейчас я еще немножко подровнять хочу. Вроде ровно. Создание комплекса отечественной аппаратуры — задача, согласитесь, для смельчаков. И сегодня
со времени нашей первой встречи с этим... Да, не стесняйтесь на летние каникулы мне присылать. Если вам нравится трансляция, всегда рад донатам. Ну что, теперь точно прощаюсь. До новых встреч. Видео будет на YouTube, скорее всего, если YouTube не забанит. Пока-пока.